Доброго времени суток, дорогие друзья и подписчики канала Double Buster. Мне очень понравился темп просто просмотров на моем предыдущем видосе. Вы прям молодцы. За сколько? За 3 дня там уже 50 просмотров. Это достойно. И поэтому я сразу же приступил к съемке нового видео. Вот этого, соответственно. Но! Я бы сделал его еще раньше, а сегодня у нас 21 число, если бы не одни обстоятельства, о которых я вам сегодня и расскажу. Погнали! Итак, история эта началась еще в далеком начале августа, а именно 9 числа. Тогда Саньку, то есть мне, исполнилось наконец-то 17 лет, день рождения, все весело, все охуенно. Я собрал бабла, которые мне подарили, плюс еще и зарплату на работе, вот, либо вообще все идеально. И я решил, все, пора вот это вот старое мое сокровище, блядь, менять на новое. Соответственно, я эту хуйню выкинул, блядь, и такой думаю, а какую бы мне машину мощную, хорошую 2019 года, блядь, чтобы соответствовало всем стандартам, собрать? Зашел я на Яндекс.Маркет, смотрю, значит, вышли у AMD новые процессоры, Ryzen 7, Ryzen 5, еще какой-то, я не помню, 3600, по-моему, у них серия называется. Я такой, ебать, а куплю-ка я Ryzen 5, хули мелочиться? Беру, значит, 5-й Ryzen 3600, новый, блядь. Заказываю с какого-то там сайта, блядь, левого, 2 бит или еще типа такого за 13 кусков. Потом думаю, блядь, нужна материнка к нему, такой захожу, блядь. Просто в рекомендации снизу, думаю, ебать. Захожу в рекомендации, вижу вот это чудо на втором месте. Думаю, блядь, ну надо брать, хули нет. Взял ее, да куча кулер, новую оперативку, 16 гигов, все охуенно, сверху еще SSD-шник для лучшей производительности сейчас. Вот здесь я размещу все характеристики текущего компа, кому интересно. Так вот, все, новый корпус, чтобы, блять, охлаждение просто вихрем сдувало мне всю комнату. И я такой думаю, все, заказываю, беру, заказываю, жду, пока все это дело придет, блять. Поехал за процессором на следующий день в другой конец города, блять, забрал его. Причем вот в такой хуйне, даже сейчас вам покажу, блядь, где она, нахуй, вот. Вот в этой хуйне он был, блядь, оемный, хули, денег-то нет на нормальный, блядь. Купил оемный процессор, заказал еще кулер, блядь, секундочку, нахуй. Вот такой кулер еще заказал, думаю, чтобы охлаждал вообще все, блядь, причем переплатил за то, чтобы он был белого цвета с белой подсветкой, думаю, заебись. Все, взял, блядь, все мне приходит периодически там. На следующий день, через день, еще через день. Короче, вот если мы посмотрим на календарь, хуй знает, видно там или нет, но есть день, который обведен кружочком. 14 число. Это был день, когда мне приезжают последние запчасти, а именно материнская плата и кулер. Они приезжают ко мне прямо на дом. Я их заказал из Москвы, думаю, все, охуенно, все. Они мне приехали, блядь. Они ко мне приехали, я такой, все, блядь, надо собирать, достаю нахуй. Со старого компа пытаюсь выкачать все, что мне нужно, мне нихуя не получается, потому что я проебал флешку, думаю, сука, ебаный в рот. Кое-как создал загрузочную флешку, блядь, выкинул ее хуй знает куда, все, блядь, положил, позвал друга, блядь. Все, распаковываем, начинаем собирать, думаю, блядь, надо заебенить видосик охуенный. Такой, достаю камеру, уже все начинаю снимать, все охуенно, мы, блядь, показываем. К сожалению, этого видоса не осталось, так бы я его сюда вставил. Ну так вот, я начинаю, блядь, все собирать, материнку, нахуй, эту плашку металлическую. Все подключаем, закручиваем, все как надо, процессор, термопаста, блядь, кулер. Все заебенили, прикрутили, подключили кабель, менеджмент даже сделали, понимаете, на хомутике сзади все прикрутили. Включаем, а он не работает, блядь, вот вам видео. Понимаете, он просто не включается, горит белый CPU LED, и он не работает. Я, блядь, в панику, нахуй, чё за хуйня, чё не работает, сразу в инет, там нету информации, там есть только, блядь, про материнку MSI, а про какая-то там хуй пойми какая, думаю, ёбаный в рот, где мне искать про мою материнку. Ебать, лазил на всяких форумах, хуёрумах, блядь, смотрел, блядь, MSI, не MSI, поддержка, хуершка, короче, проебал я так 2 дня. Ну, 14 и 15 число, соответственно. Думаю, такой, блядь, что же нахуй делать, решено. Все, я отчаялся, я зашел на ответы Mail.ru, написал туда, блядь, огромный пост, если я его сейчас найду, я его вот сюда вставлю. И понимаете, что самое ебаное, пост, я вот этот вот, который я вам показал, я его написал, ну сука, я в нем ошибся, блядь. Я вместо Ryzen 5 3600 написал Ryzen 5 2600. Все мне начали помогать именно по Ryzen 2600, блядь.
А я не понимаю, почему мне ничего не сходится. Я потом уже только допер, что это Ryzen 5 3600, блядь. Я, короче, все. На ответах Mail.ru задал вопрос. Также попутно этому вопросу, которому вы видели, создал вопрос о совместимости вот этой материнской платы и моего процессора, блядь. Все пишут, ну, сокет AM4, там, и в принципе, все должно работать. Думаю, ну, почему-то у меня не работает, блядь. Думаю, все, пизда рулю. Захожу во ВКонтакте, блядь, в группу «Мой компьютер», блядь, и в группу каких-то IT-специалистов пишу, ребята, ебаный в рот, ничего не работает. Они такие, блядь, ну ты дебилушка, ну ты же понимаешь, процессор Ryzen 5 3600 вышел месяц назад, в июне он вышел, блядь. А ты его ставишь на материнку, которая еще не готова к нему, не готова, надо просто надо взять, вот просто от нехуй делать взять, включить. Найти старый процессор предыдущего поколения, найти его, вставить и просто, нихуя не делая, взять и обновить BIOS. Просто вот так, как от нехуй делать, взять и положить новый BIOS. Я думаю, ну хуйня вопрос, блядь, только был бы у меня, сука, старый процессор-то, старого поколения, потому что мой Athlon четырехъядерный, вот этот, блядь, который вот тут вот стоит, он нихуя не подходит ни под сокет, они не совпадают. Понимаете, они просто вот здесь FM2+, там AM4, нихуя не работает, вы понимаете? Они не могут состыковаться. Я такой, все, окей. Я опять отчаялся, я такой думаю, все, надо нести в сервис. Значит, мне кто-то порекомендовал отнести в DNS-овский сервис. Я такой, окей, я беру свой телефон. Я просто беру свой телефон, такой, алло, это DNS, здравствуйте, мне нужно взять и обновить BIOS, вы понимаете? Просто взять и обновить BIOS. Они такие, окей, хорошо, из какого города? Окей, я такой, я из Санкт-Петербурга. Они такие, окей, все нормально, вам какой будет ближе сервис? Я такой, мне нужно самый ближний к центру. Они такие, окей, улица Марата, дом 43, вы готовы? Я такой, да, хорошо, все. Они такие, мы вас сейчас соединим. Я такой, хорошо, алло, жду, минуту, две жду, все, не берут, сбрасываю, думаю, ебаный в рот. Пизда рулям, думаю, похуй. Звоню в другой сервис, который недалеко от моего дома, на Техноложке, блядь. Звоню, такой беру, вот так же достаю свой телефон, просто начинаю, блядь, стираю нахуй номер DNS, такой. Вот так такой. Алло, здравствуйте, мне нужно, понимаете, мне нужно BIOS обновить. Вы этим занимаетесь, ключевой момент. Они такие, да, мы занимаемся, приноси свой компьютер к нам, приноси его к нам, и мы тебе все сделаем, все сделаем. Такой, наконец-то, хорошо, приношу, беру свой комп, блядский, вот этот, который работает сейчас, блядь. Вот в эту, блядь, коробку его сую, блядь, вот в эту коробку, понимаете, вот в эту, блядь, она размером, как я, два меня. Вот так вот его хуярю и несу, и похуярил, блядь. Понес его, сука, в сервис, блядь. В четверг. Я пиздобол, в четверг 15 числа я уже отнес его туда. В сервис, собственно, значит, за один день всю эту хуйню навел. Да похуй, в четверг я его отношу в сервис. Приношу, ставлю, говорю, обновите мне, понимаете? Не отображается процессор, не отображается. Вот я не... А, у меня забрали, чувак, я не могу вам его показать. Я говорю, ребята, обновите мне, я отображаю, увидите. Они такие, окей, мы все тебе за все сделаем. 1500 рублей будет, все готово. Я такой, окей, давайте мне кассовый наряд, чек и все. Они мне дают чек, в котором написано компьютер. Все, ничего не перечислено, просто компьютер. Я такой, хорошо, забираю его, я ничего не платил, ухожу домой. Четверг, они мне говорят, завтра вечером, приходи, забирай. Я такой, хорошо, все, наступает завтра, то есть пятница. Я такой, беру опять свой, блядь, модный смартфон, без кнопок, который сенсорный. Опять такой беру, вот так вот им звоню. Я говорю, здравствуйте, я насчет компьютера обновить BIOS. Он такой, секунду, надо, что вы хотели, я говорю, забрать его можно забрать уже, я хочу забрать, хочу играть, хочу устанавливать сейчас все игры, можно мне его забрать, и чтобы я начал делать видосик для своих подписчиков. Такие, не, знаешь, братан, нет, нельзя, мы еще не готовы, давай мы его оставим, это, до понедельника, хорошо, я такой, пока нахуй, сбросил, думаю, сука, хуй с ним, до понедельника, субботу, воскресенье и, кстати, пятницу, я сидел на ебучем телефоне, блядь, и на планшете смотрел видосы, блядь, в маленьком вот таком экранчике, понимаете? Хорошо, наступает понедельник, я уже, будучи на работе, блядь, в обеденный перерыв, достаю свой телефон, такой, думаю, ёб твою мать, хоть сейчас-то обрадуйте меня или как?
Алло, здравствуйте, а можно я заберу уже свой компьютер, который находится у вас 3 дня? А какой у вас номер телефона? Какой? Скажи, какой? Я такой, хорошо. Называю номер телефона, такие, сейчас мы все проверим. Чик-чик-чирик-чик-чик. Знаете, у нас проблема, он не готов. Он не готов, понимаете? Давайте, приходите, будем забирать, оформлять его без ремонта. Я такой... В смысле, блядь, без ремонта? Я прихожу, нахуй. Мне выносят эту коробку, говорят, ну, блядь, сорян, мы не смогли найти процессор. Но они мне этого не сказали. Он не работает, мы не знаем, что с ним делать, забирай у нас его. Я такой, сука, слава богу, хоть, блядь, комплектующие не спиздили, на том спасибо, блядь, переношу его обратно домой, ставлю. Думаю, ну, блядь, ДНС моя последняя надежда. Я опять звоню, алло, алло, хуй, алло, короче, 3 раза им звонил, нихуя. Блять, позвонил 4-й, соединили, думаю, ебать, счастье-то какое, говорю, алло, Марада 43, а, блядь, нет, стоп, беру телефон, как бы, да, уже, вот звоню в 4-й раз, им. Вот так, алло, это Марада 43, мне нужно починить компьютер, обновить BIOS, вы этим занимаетесь? Да, конечно, конечно, приноси нам свой компьютер, мы тебе все делаем, компьютер, приноси 700 рублей, если ты, я думаю, окей, беру опять, блядь, вот эту хуйню, вот эту, блядь, огромную, понимаешь, насколько она большая? Вот он я, и вот она, понимаешь? Вот она какого размера. Я ее беру, вызываю себе такси, комфорт, плюс Яндекс.Токси. Яндекс.Токсик. Ко мне приезжает белый Ford Focus, я беру своего друга, мы прыгаем в Ford Focus и едем. Знаете, мы едем на Марата 43 по пробкам, по обводному, по всей хуйне, приезжаем, я им ставлю, говорю, ребята, блядь, не работает, не надо BIOS. Они такие, окей, окей, все, вот так все будет. Я такой, окей, мне дают эту хуйню. Вот, как мне все оформили, я даже сейчас посмотрю, ничего я здесь не спалю. Блядь, спалю, пизда, адрес свой спалю. Или не спалю. Вот, короче, все мне, блядь, здесь расписали, нахуй. Вот. Все мне расписали, я тут подписался, блядь. Братанчик, до 10 дней, но обычно быстрее. Я такой, окей, все. Наступает следующий день, это уже вторник получается. Вторник наступает, мне такие перечисляют смс-ку, мол, надо согласовать стоимость ремонта, 700 рублей. Я такой, окей. Опять им звоню, никто трубку не берет, блядь, даже покажу, нахуй. Вот ДНСовский номер, можно не бояться палить, сейчас я покажу вам даже. Пруфану, блядь, вот вчера. Вот за вчера, тут все звонки. Вот они мне позвонили, да? И вот за вчера сколько раз я им звонил, просто чтобы вы понимали. Вот. Это сколько раз я им за вчера звонил. Тут же ничего, я не палю своего. Ну номер их можно, похуй, они его и так открывают. Ну вот, вы понимаете, да? И ни разу, сука, никто трубку не взял. Никто, понимаете, они мне просят, мне в сообщении просят, перезвони, нам нужно согласовать. Я говорю, о, хорошо, я вам звоню, но вы не берете трубку. По итогу я им сегодня с утра им звоню, говорю, алло, это Пакистан? Нет, стоп, не так, вот так. Ну, беру свой телефон уже, понимаете, 10 утра, такой. Алло, здравствуйте, у вас там, я готов согласовать, можно? Они такая, ну, да, все будет хорошо, давайте 700 рублей, и мы все сделаем. Я такой, что, а есть? Ну да, давайте, делайте. Все, замечательно, проходит ровно час. И они мне прислали смс-ку о том, что все готово. Ха-ха, счастье-то какое, блядь. Прихожу домой с работы уже, 5 вечера уже, ну 4, окей. 4 вечера, я, блядь, беру нахуй, вот так просто залетаю, беру заказ, наряд, блядь, беру телефон, блядь, нет, 3%, понимаете, 3. Кто подписан на мой инстаграм, кто подписан, тот шарит, что, блядь, в этот день, то есть сегодня, то есть 21 числа у меня телефон разрядился на работе, я такой, блядь, вызываю такси 10%, думаю, ёбаный в рот, беру деньги, беру все, прыгаю в тачку, еду на Марата 43, блядь, залетаю, я говорю, ребята, блядь, что с моим компьютером? One second. И достает из широких штанин, из-под шкафников, кладовки, блядь, мою коробку ставит, говорит, все работает. Я такой, да, она такая, да, я такой, заебись. Даю ей 1000, кидаю просто, вот так беру, блядь. Вот так беру 1000 рублей, да. На, подавись. Забираю свою сдачу в 300 рублей, беру коробку, выхожу на улицу, идет дождь, думаю, ебаный в рот. Вызываю такси такое. Алло, такси, Volkswagen Polo белый мне пришли. Приезжает ко мне Volkswagen Polo, блядь, ну долго он 5 минут ехал, я под дождем стоял, с компом, блядь.
все, выкидываю, блядь, комп в тачку, блядь. Сам прыгаю, говорю, гони, шеф, гони, 3% на телефоне, лети, блядь. Он, я себе нахуй все, тапку в пол. Полетелка, блядь. Полетел, короче, все через весь московский так. И мы прилетели домой. Я такой, блядь, все, спасибо, беру комп, нахуй, прыгаю в лифт, поднимаюсь наверх, блядь, залетаю домой, все, его просто вот так коробку нахуй выкидываю в окно. Ну, потом достал, чтобы вам показать, ну, надо же было, блядь. Все, ставлю комп, блядь, просто чик-пык-тык-лык. Ну, провода типа воткнул, да. Все работает, блядь, я его запустил, ребята, просто. Я чуть камеру не проебал, блядь, просто посмотри. Все. Шелестит так. Как шелестит, ребята, посмотрите просто. Просто я вам даже, блядь, чтобы вы понимали, насколько все здорово, блядь, у него. Смотрите, как он светит, блядь. Просто посмотрите. Просто. Это завораживающе, ребята, просто пиздец. Все подключил, работает, установил винду. Винду я установил, кстати, очень быстро. Комп очень шустрый. Ну, сейчас давайте я вот от этих эмоций, которые были от этого экшена, да, перейду уже к нормальному диалогу с вами, чтобы к монологу, ну, как бы к вам, с нами, чтобы, ну, понятно, да. А, в общем, установилось все быстро. 16 гигов оператива, но это вкратце. А, DDR4, скорость 200, по-моему, или я могу ошибаться. Собственно, процессор, я уже сказал, 12 потоков, 6 ядер, 3600 скорость. Все охуенно, короче, работает, блядь, как надо, как часики, тик-так, тик-так. Все, блядь, SSD справляется просто, вот ты берешь программу, говоришь, установить, все, она установлена. Vegas, Photoshop уже все поставил, везде авторизовался. Сейчас просто возьму камеру, буду монтировать для вас этот видосик, потом превьюшку залью, и в воскресенье вы увидите вот это шедевр, который я сейчас только что записал, потому что вот на эмоциях, понимаете, все на эмоциях. Специально, чтобы для вас это выглядело все динамично, я все быстро рассказал, вроде как. Ничто даже не забыл, что самое главное. В общем-то, ребятки, а еще раз, характеристики компа я уже вам показывал. Если не забуду, поставлю еще раз, ну, на всякий случай. Вот. Что касательно лично моего, так скажем, отзыва. DNS-сервис, во-первых, на 5 звезд сработали, за сутки все сделали. Красавчики, ребята, респект. Что касательно AMD, вы, бля, ебанутые нахуй, почему вы не выпустили прошивки, блядь, сразу, блядь, чтобы они в коробке были, блядь. Вот, ну, ладно. Загон не КМНД больше, а МНД, ну да похуй, КМСА больше загон. Какого хуя вы не сделали, блядь, чтобы они сразу были рабочие? Можно я превьюшку заебашу? Все охуенно, если вы собираетесь обновлять компьютер, обновляйте его, покупайте новый процессор, видюшку, всю хуйню. Мне это встало в 30 тысяч рублей, потому что... даже, наверное, ценники я здесь укажу, если не забуду. А так могу сказать, что процессор 13, материнка 4, корпус 3, по-моему, кулер косарь 1,5, по-моему. Так, что еще, блядь? Жесткий диск, вот не, ну, SSD не помню, сколько стоил. Там 2500 стоил, насколько я помню. Ну, короче, в любом случае, все цены, вот я сейчас, вот здесь поставлю все цены. Вот именно из того, что я докупал. Потому что блок питания и видеокарта остались старыми. То есть, как бы, как у меня была GTX здесь 60 на 6 гигов, так и осталось. Блок питания точно такой же, 700-ваттный, как был, так и остался. Все, в принципе, вывозит, все охуенно. Вот. Такой посыл, ребятки. Вот такая вот интересная история со мной произошла. Если вы жаждете больше подобных историй из жизни, например, с работы, у меня таких историй навалом, то... Обязательно пишите об этом в комментариях, также можете оставлять лайк, если этот видос вам понравился или же показался полезным. В любом случае, не забывайте подписываться на канал, жмакать, блять, на колокольчик ебучий. Хоть видосы выходят каждую неделю, но вдруг ты забудешь. И не придешь, не посмотришь, как это было вот в прошлый раз, вы молодцы, блять, с лету 40 просмотров, я проснуться не успел, понимаешь, я 12 часов, блять, дня, я лежу в кроватке в воскресенье, как-никак, такой нежусь, блять. 12:40, думаю, ну дай зайду, посмотрю, сколько там, а там, блядь, уже почти 50 просмотров, блядь, 16 лайков, думаю, охуеть, вот даже сейчас, смотрите, ребята, вот сколько дней прошло, сегодня среда, да, в воскресенье вышел видосик, вот я сейчас прям не поленюсь, прямо сейчас, real time, как говорится, real time, зайду на свой YouTube channel, что и вам советую тоже зайти, а у меня уже тут все зашло, вот просто открою этот видосик, над которым мы, как и над любым видосом мы старались.
И над этим, и над вот этим, над всеми видосами мы стараемся, вот. Даже слышите, да? Вот. Видите? Видите, да? 56 просмотров и 16 лайков. Ребята, вот чтобы... И еще и подписчик прибавился. Спасибо тебе, 75-й подписчик. Было 74. Так вот, ребятки. Чтобы на этом видосе было точно так же, я в вас верю, вы, ребята, у меня вообще шустрые, блядь. Чик-чик-чик-чик-чик, и все будет шикарно. Вот. Опять же, как я уже говорил, подписываемся, лайкаем, комментируем, не забываем вот комментарии, вообще, блядь, самое-самое главное. Все, видосики выходят у нас каждую неделю в 12:00, блядь, воскресенье. В принципе, всем, блядь, огромной удачи. Еще раз спасибо за просмотр и всем пока.